завершился у нас Кубок Ростелеком 2018 по киберфутболу. И мы решили пообщаться с Ильей Шиманским, нашим гостем из Республики Беларусь. Поздравляем тебя, Илья. Илья у нас занял 5-6 место. Расскажи, Илья, чем отличаются турниры в Беларуси от этого? Главное отличие вашего турнира, вообще уровня российских турниров, это уровень игроков. Здесь ребята, конечно, опытные, талантливые. Тот же Антон Кленов, очень опытный игрок. То есть у нас таких именно очень сильных игроков у нас мало. Те, кто именно, которые показывают высокий уровень, те и приехали сюда. Вот. Конечно, вообще сама вся организация, такого пока что у нас нет. Но мы к этому стремимся. Надеюсь, что в скором времени мы вас догоним. Мы тоже на это надеемся, на самом деле. Чем больше турниров качественных, тем лучше. Ты еще являешься чемпионом, лучшим игроком, можно так сказать, дважды. Республики Беларусь дважды. Дважды. А насколько было сложно тебе играть в турнире с нашими игроками? Вообще, начало, групповая стадия прошла легко, и потом уже, я дошел без какого-то сопротивления до уже именитых игроков. Это Богдан и Антон Кленов. Уже тогда началось волнение, но когда я обыграл в первом матче Антона с счетом 3-0, я очень удивился, я был в шоке просто. Но потом уже, конечно, Антон на опыте меня додавил. Решил все опыт и имена игроков. И это, для меня это сказало на меня огромное давление. У тебя есть киберспортивная команда Nemiga Gaming. Можешь немножко рассказать о своей команде для наших зрителей? Наша организация она является мультигейминговой. У нас 4 дисциплины. Counter-Strike, Dota, Hearthstone и FIFA. По FIFA я являюсь единственным игроком, но это пока что в планах. В планах найти второго киберфутболиста, благодаря чему мы сможем дополнять друг друга и надеюсь, что в будущем показывать хороший результат. Организация является лучшей у нас в стране. Конкурент, конечно, конкурентом является Динамо Брест, но лично, по моему мнению, мы гораздо выше и в плане уровня, и в плане медийности. Поэтому пока что в Беларуси нам нет равных. А реально ли игроку из России попасть в вашу команду? Безусловно, конечно. Покажи результат, если мы тебя заметим, то ты обязательно окажешься у нас в команде. Главное оказать положительное впечатление так же, как и личность. Не только как игрока, но если ты еще и устраиваешь наше руководство как личность, то мы тебя с радостью ждем и надеюсь, ты мне поможешь стать еще лучше. И такой вопрос, почему игроки Динамо Брест не приехали на турнир? Это уже секрет, не знаю, они мне об этом не сказали. Я спрашивал, почему, ребят, вы не едете, но не получил конкретного ответа. Окей, передаваем привет. Мы надеемся увидеть их на следующих турнирах. И спасибо тебе. Вам спасибо. Спасибо, что приехал. Надеемся, что мы к вам приедем в следующий раз. Мы ждем вас.